Благодарение тебе, я не А что он? Давай увели. Если Бог будет за вас, вам нечего бояться. Насколько сатана царствует в их сердце. Но я вас благословляю, потому что мой Иисус научил любить врагов моих. Мой Господь говорит, что благословляйте проклинающих вас. Я благословляю этого человека. Дорогой Господь, помилуй его, он не ведает, что творит. Он не ведает, что сатана движет им. И сатана хочет заставить молчать людей твоих. А мы будем проповедовать. Если Бог за нас, кто против нас? Аллилуйя! Благодарим я Богу, который всегда дает нам торжествовать. Во Христе Иисусе! Аллилуйя! Ничто нас не может остановить. Вы можете нас побить. Я не буду сопротивляться. Хотя я могу с одного ударить и нас снести с ног, ты даже не знаешь, кто я был в прошлой жизни. Но я не буду прибегать к этому. Я не буду опускаться на твой уровень, потому что мой любящий Бог живет во мне. И он за меня заступается. Вся слава тебе, мой Иисус. Аллилуйя. Ты щит мой. Слава тебе. Вы можете иметь защиту от врага. Вы можете иметь избавление от страхов. Видеть, этот человек ушел, что с ним дальше. Чтобы они не сделали. Господь заступается за свой народ. Никто не может тронуть, если Господу не угодно будет. Если он даже допустит, чтобы его людей били, посадили в темницу, это будет для его славы. Аллилуйя! Все возможно верующим. Вся слава имени Иисуса. Вся слава тебе, живой Бог. Жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженные алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженные чистые сердца, ибо они Богу узрят. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на имя мое. Видите, людей Божьих злословят, если я здесь буду говорить об интервью выплатах, никому не будет плохо. Если я буду говорить о том, что в Южии есть одно место и средство, как получить деньги, все будут аплодировать. Если я буду говорить хорошие вещи, никого это не беспокоит. Но стоит сказать истину, стоит сказать о грехе, стоит сказать, что нужно покаяться. И сразу сердце человека злое начинает реагировать на это. Но как это глупо! Как это глупо выставать против живущего тебя друга? Бог любит тебя, как тебе тяжело? Тяжело идти тебе против рожна. Господь, прости меня. Прости за мою злобу, за мою бедность. Я нуждаюсь в тебе, Боже. Я верю, что ты умер за меня. Бог очень добрый, люди. Он понимает, он жил в теле во плоти. Он принес все трудности и искушения. Он сострадающий Бог. Он, будучи искушен во всем,